Ребята, всем привет! Сегодня мы с девчонками снимаем снова интересный челлендж. Замена челлендж! Ну, на этот раз еще и банки пригодятся. Не знаю, и пригодятся банки. Да, Милана правильно говорит, я правда не знаю для чего, но банки для чего-то нам пригодятся. У нас две коробочки такие. У кого какие часы? Кстати, подписывайтесь на наш канал и нажимайте лайки. Вот так. Ставьте девчонкам лайки, поддерживайте девчонок лайками. Итак, у нас две коробочки. В каждой коробочке что-то находится. Девчонки еще не догадываются, что там находится. Милана первая начинает? Да, Милана первая начинает, так как она маленькая. Она сейчас посмотрит, что находится. Сама выбирает, какая коробочка. И Вика должна догадаться, так скажем, с помощью там интуиции своей. Да, меняться или нет. Да, меняться или нет. Ну что, готовы? Начинали первый раунд. Все. Милана решила без эмоций. Тебе понравилось? Милана, молчи. Она тебя допытывает. Тебе понравилось? Она хочет тебя обхитрить, Милана. Там вкусно что-то? Сказали. Не сказали. Ник, ну что выбираешь? Меняетесь? Меняетесь или нет? Коробочками. Меняемся. Нет? Нет. А, что же там у девчонок? О, что там у Лики? У Лики мармелад, бон пари. А у Миланки вкусные конфетки. Они похожи на Мэля. Да. Итак, девчонки, вы высыпаете то, что вам попалось, Лика мармелад, в баночку. А Миланка открывает конфетки. Ой, Миланка аккуратно держит свою банку. И также выкладывает. Ой, сколько у меня много. На всю банку. Да. Ой, у Лики вот такие вот мармеладки, червячки соленые. Что, они как будто бы двигаются. И можно мне тоже? Да, я помогу. Лика поможет Миланке высыпать конфетки. Ой, эти конфетки такие вкусные. Да, очень вкусные, правда, конфеты. Кто любит такие конфетки? Какаёвка. Да, пишите в комментариях и ставьте лайки. И кто любит мармелад, червячки, ты тоже, да, ставьте лайки. И вообще, кто любит конфеты, ставьте лайки. Да. Ой, какие конфетки. Миланка, угостишь одной конфеткой? Все высыпаем? Все конфетки высыпали. Ой, как бассейн. Бассейн? Тебя еще там много, Милан? Да. О-о-о. Ты сюда кидаешь? Машки, не кидай сюда. Угу. Я устала открывать. Дайте конфетку попробовать. Вкусно? Ой, одна разбитая. Она не разбитая. Ой, правда, ну-ка. Покажите. Смотри. Ой, вот такая вот конфетка, смотрите, внутри шоколад. На, одну тебе половинку, одну мне. Девчонки сразу кушают, пробуют все. Класс! Бомбочек. У Миланки, да, бомбочки в баночке. Следующий раунд, я смотрю. Миланка отворачивается, а Лика смотрит, нужно это ей или нет. Можно? Да. Меняемся. Меняемся. Лика что-то не хочет отдавать коробку, что там? У Миланки, Милана, покажи, что у тебя. У Миланки ММДН с соленым арахисом. Такая большая пачка. А что же там у Лики? А у Лики брецель с морской солью. Что так, Лика? Она, кстати, очень вкусно. Нет? Ты считаешь, что нет? К твоей баночке это не подходит? Не подходит мне это. Итак, девчонки, сейчас Лика открою, тебе поможет. А, Милана уже открыла. Аккуратненько, Милаш. О, Лика! Что это? Пробовать надо обязательно. Обязательно надо пробовать. Кстати, это новинка. Ограниченная серия написана. Что, вкусно? Ну, очень вкусно. Ой, смотрите, у Миланки все кругленькие такие, получаются конфетки.
Реально очень вкусные. Лика, у тебя, смотри, все соленое. Кислые червячки и соленый крендель. Да. Класс, да, милашка? Вкусно? Ну, у Миланки прям-то красиво. Ну, у нас пока все идет, все как надо, да? Да, все, пока, все хорошо. Ты, может быть, плохо? Нет, ну, давай еще, что-то мало ты. Давай. Ну, как вкусно, да, Милаш? Милаш тоже насыпала. Не, знаешь, если бы у меня было мамдэмс, я бы больше насыпала. О, крендель тоже очень вкусно. И пока девчонки наслаждаются этой вкуснотищей, мы переходим к следующему раунду. Что, девчонки, вы готовы? Да. Миланка подглядывает в коробочку и решает, что же нужно, не нужно. Чё, Миланка, все? Чё? Вкусно? Нет, не меняемся. Да. Что там у Миланки? Мармелад, а у Лики кальмар сушеный. Лика, посмотрите, что у нас получается. Это какое-то просто, смотрите, нереальное совпадение. Лик, у тебя все соленое, кисло, а у Миланы все круглые, посмотрите, мармеладки, конфетки. Я поняла, да, Лик, так это ж вкусно. Аккуратно, аккуратно, Милаш. Миланка все выкладывает в баночку весь свой мармелад. Миланка, какая у тебя баночка? Милаш, у тебя вот еще упала. Вообще я люблю, но не солеными червячками. Какая красота! Посмотрите, Милаш, да, сейчас тут. Вон и ярко такое, мне все. Посмотрите, какие баночки у девчонок. Ничего не воняет. Кстати, кальмар очень вкусный. Милаш, ты не любишь кальмары? Не, я кальмары люблю. Я люблю. В таком сочетании продуктов. Ребята, а вы пишите, чья вам баночка на этом этапе нравится больше. Ну, конечно же, вот это. Ликина. Такая кисленькая, солененькая. Или, точно? Посмотрите, такая яркая, сладенькая, всякими мармеладками, точно конфетками. Моя. Точно моя. Твоя? Сейчас будет кто выбирать? Я. Сейчас будет Лика смотреть в коробочку, и Милана будет решать, меняться или нет. Миланке, по-моему. Милаша, тебе чья баночка больше нравится? Мама, ну что за вопросы? Ну что, девчонки, готовы? Да. Ну что, ты уже посмотрела? Что? Ты уже все? Милана? Что, Лика, там? Что-то не меняемся. Меняетесь? Ты что такое? Лучше то. А что такое? У Лики попкорн со вкусом карамели. Милаша, у тебя покажи, что он? Сухарики. Королевский краб пойдет. Вкусняшка. Так, ну попкорн нам нужно готовить, да? Да. Мы отправляемся на кухню. Давай вначале высыпем, а потом будем готовить. Давайте. Давай. Милан, ты любишь королевский краб-багет? А я обожаю такие багетики. Я думала, хватит. Как скажете? Смотрите, что у Миланки получается. Вот такая вот баночка. Ну, мне кажется, мне вот эти вот подошли бы больше. Ну да, тебе бы были бы они тут вообще в тему прям. Ну ладно, сейчас будем делать попкорн. Отправляемся на кухню? Да. Кладем наш попкорн в микроволновку. Ну, я думаю, 4 минуты хватит. Ну, от 2 до 5 минут. Ну, да. И ждем, да. Сейчас он будет взрываться. Что будет, ребятки, вы не знаете? Не вкусно ли будет попкорн? Да, интересно, будет карамельный или нет, правда будет? Ну, наверное. Это как-то сырный. Сырный? Не, сырный точно не будет, там написано карамельный. Сейчас посмотрим. Он пакетик надувается уже. Угу. Как? Пакет надувается. Смотри. Ой, смотрите. Скрипит. Блин, мне кажется, надо выключать. Кукуруза там хлопает. О, смотрите, как надувается пакет. Класс.
Обожаю за этим наблюдать. Еще 3 минутки. Нет, у меня же еще... О, посмотрите, как надулся пакет. Мы лично попкорн очень редко, и я не помню, чтобы мы вот так вот готовили. Мы покупаем его в кинотеатре, если хочешь. Я готовила у бабушки его. Ой, посмотрите, как надулся. Да. Ребята, пишите в комментариях, какой попкорн, с каким вкусом любите вы. Ой, вообще, запах попкорна. Любите ли вы попкорн? Нет, подожди, видишь, еще взрываются. Ох, ох. Бой. Бой. Ничего себе. Как молоко. У нас еще 2 минуты. Ну, как перестанет взрываться, так выключим. Ну, я думаю, все, уже можно выключать. Ну, сейчас уже. Еще 10 секунд. 7, 6. 5. Уже не взрывается ничего. Там, по мелочи, ну, по одной взрывается. Это, ну. Все. Все, достаем? Да. Вот такой у нас пакетик надулся. Вот это о, да. Ничего себе. Пойдем. Мам, он там, да, смотри, уже приоткрылся. Ну да. Ух ты, посмотрите, там попку. Холодильник мне, пожалуйста. Ой. Горячий, наш, аккуратно. Да. Все, пойдем. Сейчас пойдем. Смотрите, какие у нас баночки. Мы сейчас попкорн высыпем в тарелочку. Чтобы он остыл, потому что... Ой, вот там течет. Ну да, там сок течет. Карамель, наверное. Я не знаю, что там течет. Ой! Ух ты! Салют! Ну все, хватит. Пусть чуть-чуть остынет, да? Ну нормально уже, можно выкладывать. Нормально? Да. Это же самое вообще. Ой, супа, что мне? Классное сочетание. Ну, я думаю, хватит. Как скажешь. Хватит. Какая у Лики оригинальная баночка. Вот только посмотрите. И Миланкина баночка. И Миланкина больше нравится. Переходим к следующему раунду. Переходим, Милаш? Что же там в коробочке? Ну что, Милаш? Почему молчит постоянно? Без эмоций. И все время делает одно выражение лица. Чтобы ты не догадалась. А ты догадывайся, Лика. Подведет тебя интуиция твоя. Мне уже, в принципе, терять нечего. Мне тут и сладкое, соленое, кислое. И все есть, и рыба есть. Очень вкусная у Лики баночка. Да. Милана тоже. Ну что, девчонки, меняемся или не меняемся? Меняемся. Меняетесь? Нет. Ну что, меняетесь, не меняетесь? Нет, не меняемся. Нет! Я хотела спросить точно. Что же там у девчонок? Рыбка сушеная. Сушеная янтарная рыбка. Очень вкусно. А Милан, ты нам покажи, что там у тебя. У Миланки вот такой мармелад морской. С морскими фигурками. Милану Бонко, классно. Милан, а ты не хочешь поменяться баночками? Смотри, какая у меня красивая баночка. Но у меня очень вкусная баночка. У меня там соленые червячки. Еще соленая рыбка. О, морская звезда, мармелад. На столик. Не, ну, конечно, я люблю рыбу сушеную, но Лика. Не в таком. А, Лика. Лика. О, нет. Убери, мармелад. О, нет. Миланка мармеладик высыпает, а Лика рыбку. Ну, Миланки, посмотрите, какая красивая баночка. Посмотрите, мармелады, конфетки. Единственное, сухарики все портят. А у Лики баночка как... Лика, у тебя ни одних конфет, что ли, нет здесь? У меня есть червячки соленые. У тебя только мармелад и все. Остальное все такое. Не конфеты, да? Да. Вот такие вот получились баночки. Пишите, ребята, чья же баночка вам нравится больше? Напишут. А может быть, кто-то не любит конфетки сладкое, а именно предпочитает
вот такое вот всякое вкусненькое сушеную рыбку, кальмары, кисленькие червячки. Ну и, наконец, кислые червячки. Да, а у Миланки, конечно, такая баночка. Ух, баночка с конфетками. А Лике даже мы спрашивать не будем, какая баночка нравится. Конечно же, вот эта баночка, да, нравится баночка больше. Мне очень нравится. Мне вот такая красивая баночка, очень яркая. А мне просто вот эта. Это вообще не яркая, бледная банка, какая-то черно-белая. Мне очень яркая баночка, очень вкусная. Мне не нравится это. Ну что, наш челлендж заканчивается. Пишите, ребята, если вам нравятся такие челленджи, и мы обязательно скоро снимем и еще один челлендж. Да. Поддерживайте девчонок лайками. И всем пока-пока! Всем пока-пока!